приближается вновь. Где мы? Только все началось. Это ведь нереально. Это так же реально, как твоя душа. Помоги мне. Сейчас же 3 утра. Тоже почувствовали? Когда? О, черт. Ладно, увидимся на аэродроме. Нас называют отряд Иерихон. Мы секретное подразделение армии США. С точки зрения правительства нас не существует. Каждый из нас специалист оккультных наук. То, чем мы занимаемся в армии, называется оккультные боевые операции. Просто вычурный эвфемизм, чтобы не говорить вооруженные ведьмы. А ведь было время, когда церковь отправила бы нас на костер, провозгласив еретиками и чудовищами. Теперь же мы сражаемся на их стороне. Пока ясности мало, не так ли? Но где-то там внизу находится причина всех войн человечества. Кого из великих завоевателей не назови, Наполеон, Кублахан, все они сражались и умирали за Эль-Хали. Вполне возможно, что это древнейший город на Земле и точка проведения операции Всенощная. Остальное строго засекречено. Пока вам еще рано это знать. Всенощная была моим первым заданием в департаменте. Узнаете симпатичнейшего субъекта рядом со мной? Арнольд Лич. Наш старый друг. Фотография сделана в 62-м. Тогда мы еще даже не представляли, на что он способен. Ритуальные убийства в Балтиморе. Газовые атаки в Сиднее. Те несчастные дети в Лондоне. Ну, в общем, вы понимаете. Лич и так называемое «братство темного рассвета» старались пробраться в Эль-Хали на протяжении 20 лет. Похоже, 2 дня назад он решил действовать более решительно. Где вы это достали? Наблюдатели из Лэнгли успели сделать несколько психографических снимков перед тем, как Лич их вырубил. Ладно, будем действовать так же, как и при прорыве в Глэмис. Коул поищет темпоральные аномалии? Нет, здесь все не так, совсем не так. Поверьте мне, нашей команде с таким еще сталкиваться не приходилось. Тогда каков план? Пробраться на раскопки и нейтрализовать Лича и его подручных, прежде чем они откроют разрыв. Полковник швейцарской гвардии Аклин обеспечивает охрану периметра. Он введет нас в курс дела, когда мы приземлимся. Просыпайся, Фрэнк. Мы уже прибыли. Черт, как же я ненавижу долбанные пустыни. Представь, что это пляж. Черт возьми, что это такое? Держитесь, сейчас будет трясти. Капитан, нет никаких сообщений о возможности песчаной бури в этом районе. Это не природное явление, сэр. Ближе не подобраться. Ветер разорвет нашу птичку пополам. Мы высадимся здесь. Удачного перелета. До встречи. Ну чего стоим, кого ждем? Иерихон вперед. Надеюсь, ты не думаешь, что мы сможем здесь пройти? Теперь еще 5 месяцев. Из всех щелей придется песок нагребать. Думаю, Эми поможет тебе с этим. Альфа, Омега, разделиться на 2 группы и следовать со мной. Коул, проложи маршрут в 100 метрах от края бури и проведи сканирование. Остальные будьте наготове. Позывные в зашифрованном канале, сэр. Включай. Капитан Росс, на связи? Росс слушает. Иерихон на связи. Это полковник гвардии Аклин. Добро пожаловать в рубку Эль-Хали. Что нового, полковник? Вот что нам известно, капитан. На исследовательский центр напали 2 дня назад. Силы неприятеля неизвестны.
Мы знаем, что за этим стоит экстремистская религиозная секта Братства Темного Рассвета. Персонал центра продержался недолго, но они успели передать сообщение. Нападение на центр Вэр-Хали! Вызывайте подкрепление как можно быстрее! Торопитесь! Долго нам не выстоять! Вскоре после этого сообщения центр накрыла песчаная буря и связь прервалась. У нас есть основания полагать, что теперь из-за бури полностью утеряна связь с внешним миром. Прекрасно. Мы выйдем на связь, когда проникнем внутрь. Конец связи. Веселье уже началось? Нет. Мне кажется, кое-что нашла, капитан. Здесь где-то есть туннель и что-то еще, сэр. Ну что ж, проверьте оружие, ребята. Невероятно. Фрески шумерские, а написано по-арамейски. Древние граффитчики? Или музейные работники. Что там написано? Ха, нужна помощь. Врата в рай отпираются душами невинных и кровью богов. И кто из них мы? Ну, явно не боги. Попрошу не обобщать. Чёрт! Это была шутка! Успокойся! Воняет так, что во рту вкус чувствуется! Аппетит, а? Что случилось с бурей? Хрен с ней с бурей! Что случилось с солнечным светом? Дамы и господа, добро пожаловать в потерянный город Эль-Хали! Чувствуешь что-нибудь, Джонс? Пусто. Я собирался сказать мертво. Коул, просканируй радиодиапазон и попробуй выйти на связь. Нам нужно выяснить, что здесь происходит. Иерихон, в укрытие! Армия США, стоять! Руки за голову! Спокойно, ребята. Может, они и не враги. Они не останавливаются. Рон, тебе надо на это двинуться. О, господи. А, святый боже. Больше никого. Что бы мы без тебя делали, Симона? Коул, удалось выйти на связь? Нет, сэр. Я прошлась по всему диапазону. Ничего, кроме наших раций, мы полностью отрезаны. Надо прервать операцию. Это всего лишь временная аномалия. Ничего нового. Следуем плану. Джонс, возьми Альфу и отправляйтесь на разведку. Не вступайте в бой без поддержки. Встречаемся здесь через час. Омега, за мной. Ну и какой же у нас план? Мы найдем командный центр и изучим данные камер наблюдения. Чтобы Лич тут не затевал, ему это явно не по зубам. Если они откроют здесь разрыв, никто не знает, что вырвется оттуда и что произойдет. Центром руководит агент Грин. Она сможет помочь нам, если мы найдем ее. Оставайтесь здесь.
Принято. Группа Омега, продвигайтесь. Там и увидимся. Вижу врага. Когда ты был здесь последний раз? Кто здесь? Раз. Тихо, слушайте. Мы ждем тебя. Вон там, смотрите. Не двигайтесь. Кажется, оно зовет нас за собой. Держитесь вместе. Это иней. Земля.